камеру. Так, здесь у меня лежит. Тут перекрестка взяла. Люблю очень финики, обожаю просто. У ребенка лежит на столе, надо убирать. Яблоки взяла на курицу фаршировать. Агуша лежит. Это я просто не снимала покупки. Это сейчас Захар будет кушать. Так, хотела показать. Я сейчас ела творожок с творог, сметана. В Инстаграм фотку выложила. Голубика. Вот такая. Вот вкусная. Так, проходите. Вот вам тоже кот раздражает. Нахер он нужен, мне тут завела. Так, не пугайтесь, смотрите, какой срач. Потому что никто вот так вот вообще. Так, вчера было у нас 16-е. Нашему мальчику исполнилось 9 месяцев, хотела сказать 19. Это бабушка передала еду. Пюрешки. Я люблю гуманитарную помощь. Она реально помогает. Так, и вещи. Вот такие кофточки. Сейчас я это все буду стирать, но они такие слишком тоненькие. Не знаю, синтетика нет. Но это не важно. Я люблю все, когда приносят. Я подарки люблю. Спасибо. Так, и вот такой костюмчик. Я вот думаю, может быть, пустить ее на пижаму. Его. Мне кажется, на пижаму в самый раз пойдет. Даже не знаю, какой размер. Тут, наверное, не написано. Это все новое. Такая кофточка. Вот сейчас похолодает. Можно на пижаму пустить. Это вот. И такая классная кофта. Это уже помаднее. Вот такая вот. Здесь такой этот бархат как будто. Супериоз. Вот, здорово. Сина, тебе такую кофту бабуля подарила. Такая кофта, какие-то тут ремешки. Ничего такая. Сейчас это все тоже будем стирать. Так, а я купила вчера 86 размера. Вообще как бы 80-й покупаю, но взяла 86-го. Мелонс покупаю. Ну, у нас тут магазин Карапуз, там ничего нету вообще. Вот на деток больше 80-го размера тяжело что-либо выбрать, только на маленьких. Ну, вот если вот большие размеры, то вот такие вот они все. Дома штаны нужны. Я пошла, взяла. Они ему сейчас будут большие, но ничего страшного. Здесь буду закатывать. Тоже стирать. Тоже стирать. Кто бы пришел, принесла вот сюда еду кошке. Новая коляска стоит, продали, в общем-то. Ту. Это набасал трусы. Так, срач, надо убирать все. Сейчас покажу, что еще. Салфетки взяла. Вот такие взяла, там были какие-то дешевые по акции, в общем, были. Мои любимые вот эти, боже, какие они классные. Могу вот посоветовать, говорю, как есть. Мне нравится, пахнет. Сейчас не скажу точно, чем пахнет. Ну, видите, здесь масло олива, лантаин, лактоза, то есть молоко. Так, мы же болели, Захар болел, муж болеет. Я с мужем не разговариваю, надоел мне, честно. Было бы куда уйти, я бы уже ушла, не хочу я с ним жить. Понимаешь, так довести человека, кормящую маму, вообще мечтаю, нельзя трогать. Все равно нервы мотают. Так, и вчера я взяла еще вот Чика присыпку. Они тут пишут, что это тальк. Написано с рисовым крахмалом. Не пробовала, буду пробовать. Сейчас сфотографирую на Инстаграм. Надо будет как-нибудь попробовать сделать трансляции на Ютубе. Потому что в Инстаграм я пробовала. Ну, я не люблю Инстаграм, потому что там у меня друзья и родственники. А я не хочу, чтобы они смотрели и знали, что я YouTube снимаю. Поэтому, смотрите, даже муж удышал. Я с ним не разговариваю, он сам делал. До сих пор стоит уже двое суток. Вот, а я не хочу, чтобы
Не протирать, сейчас убираться буду. Ой, чтобы... И вы не пишите, если будет спрашивать, дайте ее канал, там не пишите в комментариях, если кто-то будет спрашивать. Все, кто знают канал, все знают. Я, в общем, я не хочу, чтобы родственники, чтобы в Инстаграме родственники есть, друзья, чтобы они канал мой смотрели. Хоть я его ими не занимаюсь сейчас. Ну, даже дело не в том, что мне там не хватает рук, у меня глючит ноутбук. А когда вы знаете, обрабатываете. Блин, плюс еще надо программу скачать, мне винду переустанавливали. Так, вот. Убираться надо. Вот это видите, вот как удобно стоит в этой. Когда я его кормлю, там рот вытирать. Ну, хотя, вы знаете, неудобно. Я, наверное, для рта все-таки буду покупать такие салфетки, которые маленькие. Для рта ребенка, в смысле. Когда он кушает, все вываливается. Это все-таки я ставлю для рук, так как, ну, слишком твердая ткань. Все. Давайте я на этом закончу влог. Противень стоит. Делала говяжий фарш. Что ты делаешь, Захар? Да что ж это такое? Что делаешь? Сына? А когда уже этот 7-8 зуб вылезет? Ладненько. Красота. Давайте. Встретимся. Хоть выбрались. Господи, на пляж за все лето, со всеми этими проблемами. Да, товарищи, у нас такой вулкан. Вода, конечно, прохладная, но все равно. Кто-то орет на том берегу. По-нашему селедочка, здесь две штуки килька, грибы, помидоры соленые, с, там капуста соленая, перчики, кинза, лучок, вареная картошка. Классно, классно, классно.